Работа чиновников любого уровня, муниципального и государственного, это сегодня работа достаточно напряженная. Объем работы не уменьшается, он только возрастает. И мы, конечно, не можем охватить все стороны жизни, это надо четко понимать. У эффективно работающей власти не должно быть большого государственного аппарата. И мы с этим боремся. Вы знаете о том, что вот за последние 2 года государственный аппарат регионального правительства уменьшился на 30%. Это не просто слова, это реальные решения, которые были приняты, когда мы оптимизировали наши процессы и реально поняли о том, что в новых условиях, в современных условиях мы имеем возможности гораздо меньшим аппаратом исполнять наши государственные полномочия. Ту же самую позицию мы выдерживаем и по отношению к муниципальным образованиям. Они где-то, муниципальное образование, в эти процессы зашли глубже, где-то кто-то еще только в начале этого пути, но тем не менее эта ситуация, она двигается. Я к чему это говорю? Потому что количество людей, которые работают сегодня в государственном аппарате, оно уменьшается, это требование времени. Но количество задач и объем тех задач, которые перед нами сегодня стоят, он не уменьшается, он, напротив, увеличивается. И если вы посмотрите сегодня, риторику, которая существует в целом в обществе, то что бы ни произошло, что бы сегодня ни случилось, какое бы направление нашей с вами жизни мы ни взяли, кому сегодня самые большие вопросы? Естественно, к власти. И не дай бог, если где-то чего-то плохо, с кого сегодня спрос? Конечно, с власти. С одной стороны, наверное, это правильно. С другой стороны, естественно, мы с этим всем просто не справимся. Как говорят, боливар не вынесет двоих. Поэтому, конечно же, огромное подспорье, которое мы видим сегодня, это как раз наши некоммерческие объединения, это наши общественные организации разной направленности.